Сразу три медали высшей пробы на юбилейной агропромышленной выставке «Золотая осень» завоевало предприятие «Борская индейка» Владимира Рузанова. Это единственное в регионе фермерское хозяйство, удостоенное стольких наград. На уникальной ферме, созданной 5 лет назад, живут 18 тысяч голов лучших кроссов индейки. Хозяйство предлагает покупателям не только целые охлажденные тушки, но и разделанное мясо индейки, а также вкусные колбасы и полуфабрикаты. Золото самой престижной выставки страны получили рулет из индейки филейный, купаты замороженные и само предприятие в номинации за достижение высоких показателей в производстве и переработке продукции птицеводства. Это яркий показательный пример, вот это крестьянское хозяйство, что на селе сегодня можно работать. Можно работать хорошо, можно производить качественную продукцию. И самое главное, что это нужно делать. Владимир Рузанов освоил и новое направление в рамках программы импортозамещения – сыроварение. Сутки на производстве перерабатывают 1000 литров молока. В линейке продукции 7 наименований сыров. На «Золотой осени» жюри признало лучшими полутвердый чеддер и качакавалла и твердый козий сыр пошехонья. Сейчас мы начали продвигать новый проект. Это сыры, сыры крафтовые, сыры с натурального молока, без добавок. Настоящие швейцарские, английские, вот сейчас итальянские сыры пошли. В принципе, за эти сыры мы вот и получили уже медали на этой выставке. Уже скоро Владимир Рузанов планирует увеличить объемы производства и ассортимент вкусных и оригинальных сыров.